Rainbow English, учебник, 5 класс, Unit 1, Step 2, упражнение номер 2. Прочитайте текст и поставьте его части в логическом порядке. Читаем, переводим и потом определяем, где первое, второе, где третье, по порядку. Our weekend. Наш выходной. Или наши выходные. We decided to spend our weekend near the lake. Мы решили spend — это вообще тратить, но в данном случае проводить, да, то есть это и провести время, например. Мы решили провести наши выходные, хотя даже сейчас по-русски уже говорят тоже weekend, это слово вошло, наши выходные возле озера. We were up early on Saturday morning. Мы встали рано в субботу утром. The weather was beautiful. Погода была прекрасной. The sun was not hot. Солнце не было жарким. The sky was blue. Небо было голубым. It was nice and dry. A true summer day. Было хорошо и сухо. Настоящий летний день. At 11 o'clock we were near the lake. В 11 часов мы были возле озера. We were tired, hungry and thirsty, but we were happy. Мы были уставшими, голодными. И вот thirsty – это аналог голодного, только вот когда пить хочется. По-русски такого слова, ну, как жаждущий. Ну, в общем, понятно, да? То есть мы были голодными, нам хотелось пить, так даже можно сказать, но мы были счастливы. The place was wonderful, and the water in the lake was warm and clean. Место было чудесным, и вода в озере была теплой и чистой. We decided to put up the tent. Мы решили поставить палатку. Это A. B. Suddenly the sky was dark. Внезапно небо было темным. Как бы стало лучше перевести, но именно was написали, так что было темным. There were a lot of clouds in the sky. На небе было много облаков. It was windy and rainy. Было ветрено и дождливо. It was very cold too. Было очень холодно тоже. Soon it rained hard. Вскоре дождь пошел сильный, да, то есть именно как бы с глаголом пошел дождь. Ну или пошел дождь. Ну ладно, пусть будет сильным. That was the end of our weekend. Это был конец наших выходных. Си. Last weekend was not very happy. Прошлый уикенд или прошлые выходные не были очень счастливыми. My friends and I decided to go out of town and spend 2 or 3 days in the country. Мои друзья и я решили, ну, скажем так, выехать из города и провести 2 или 3 дня за городом. То есть in the country можно сказать в деревне, можно в какой-то сельской местности или за городом, то есть тут вариации. We wanted to live in a tent, to cook food on the fire and play games. Мы хотели пожить в палатке, приготовить еду на костре и поиграть в игры. Charles and Fred wanted to fish. Чарльз и Фред хотели половить рыбу. You know, they enjoy it very much. Вы знаете, что они любят это очень сильно. But I don't think they are very good at it. Но я не думаю, что они, ну, как бы очень хороши в этом, да, то, что у них это вообще как-то хорошо получается. They usually come home with 2 or 3 fishes, but they say they can fish very well. Они обычно приезжают или приходят домой с 2 или 3 рыбками, но они говорят, что они умеют ловить рыбу очень хорошо. Так, вот мы просмотрели 3 этих варианта, то есть смотрим. У нас идет
Скорее всего, си первое. Так, буду здесь писать, что у меня проблема тут с обозначением. Первое си. То есть тут объясняется, что прошлые выходные прошли плохо. То есть они не были очень счастливыми. И объясняется, что они хотели сделать. То есть это один. В A рассказывается про сами выходные, да, то есть как они начинались, как все радужно, все хорошо было. А вот в B объясняется вдруг, что налетела гроза, все намокли. Ну, в общем, почему именно и не получились эти выходные. Так что у нас расположение C, потом A, потом B. Так, ну вот так вроде будет видно.